В Караганде прошла региональная конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». Конкурс проводится по трем номинациям: лучшие товары производственного назначения, лучшие товары для населения, лучшие продовольственные товары. Участники с удовольствием представляли свой товар, а посетители с тем же удовольствием дегустировали. Подробности узнавали наши корреспонденты. На выставке «Лучший товар Казахстана» приняли участие 50 представителей различных компаний. Товар здесь самый разнообразный. Здесь можно найти как конфеты с пирожными, так и настоящие каменные породы. Торжественно открыл выставку аким Карагандинской области Боржан Абдишев. 50 участников, 50 столов с разнообразным товаром. Посетителям бесплатно предлагали дегустировать продукты питания и давали подробную информацию о товарах промышленного назначения. Гости мероприятия в буквальном смысле наслаждались выставкой, отмечая высокий уровень ее организации. Мне очень все понравилось. В общем, выставка вся красивая, все очень здорово сделано. Многие крупные компании области приняли участие в этом конкурсе. Здесь можно было увидеть как фабрики, производящие продукты, так и предприятия горнодобывающей отрасли, что еще раз говорит о широком масштабе мероприятия. Мы представители конфеты Караганды. И как уже что-нибудь уже приобрели, купили? Конечно, все приходят, пробуют, потому что у нас здесь на выставке все новинки наши, которые мы сделали по последнее время. Вот. Это очень новые, хорошие конфеты, да. Вот у нас, например, новые сделали конфеты, совершенно новые, это казинаки. Нас пригласили принять участие. Благодарим администрацию, акимат города за то, что нас пригласили, потому что на самом деле дает нам возможность продемонстрировать свою продукцию, ну и встретиться с потенциальными клиентами. Аким области также принял участие в выставке и знакомился с представителями, рассматривая товар. По окончании мероприятия победителям различных номинаций были вручены дипломы. Кроме того, специального приза акима области было удостоено ТО «Касцентр Электропровод» за высокое качество продукции и совершенствование производства. Победители пойдут на республиканский конкурс в Астану «Лучший товар Казахстана», где будут защищать честь Карагандинской области в декабре текущего года. Амина Смагова, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.